Уважаемый Владимир Владимирович, приветствую вас в Казахстане. Россия важный стратегический партнер и союзник Таджикистана. Взаимоотношения наших стран имеют высокую динамику развития. Российская Федерация остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. За 5 месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос почти на 50%. Активно развивается взаимодействие между регионами. С сегодняшнего дня более 80 регионов России имеют деловые и другие связи с Таджикистаном на очень высоком уровне находится культурно-гуманитарное сотрудничество. В Таджикистане успешно завершается строительство России 5 школ с русским языком обучения. Особенно хотел бы отметить тесное сотрудничество наших стран в области безопасности. Готов обсудить с вами состояние и перспективы наших отношений, также международные и региональные вопросы. С акцентом на ситуацию в Афганистане. Еще раз добро пожаловать, уважаемый Владимир Владимирович, и очень рад видеть вас в городе Душанбе. Спасибо большое, уважаемый Мамали Шарипович. Благодарю вас за приглашение. Мы встречаемся сегодня в соответствии с нашими договоренностями. Эта встреча должна была бы состояться и раньше, но, вот, к сожалению, пандемийные эти условия вводили все свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались во время наших предыдущих встреч, вот сегодня проводим очередное мероприятие двустороннее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира. Но прежде чем начать беседу, хочу вас от души поздравить и вас, и всех таджикистанцев с национальным праздником, который вчера, по-моему, отмечали, да? День народного единства, национального согласия. И хочу пожелать от души всего самого доброго всему Таджикистану, вам, как главе государства, и всему народу Таджикистана. Действительно, наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям активно, причем вы отметили хорошую динамику в сфере торгово-экономических связей. Действительно, и за прошлый год, и за первые 3-4 месяца текущего года мы демонстрируем, по сути дела, рекордные темпы роста товарооборота. Вы знаете, что мы ввели максимально благоприятный режим, и вы все время поднимаете эти вопросы при наших личных встречах для граждан Таджикистана, работающих в России. И на сегодняшний день можно констатировать, что эти люди вносят существенный вклад в развитие экономики нашей страны, являются таким мостом, человеческим мостом дружбы между Россией и Таджикистаном. Разумеется, вопросы безопасности и в рамках ОДКБ, и в рамках наших двусторонних отношений, в региональном смысле этого слова, должны быть и будут, конечно, в центре нашего внимания. Я вас проинформирую по тем вопросам, которые представляют наибольший интерес для России и являются очень чувствительными. Вы хорошо знаете об этом. Со своей стороны буду рад услышать ваше мнение и заинтересован в этом по поводу того, как развиваются отношения в соседнем государстве, в Афганистане. Вы знаете, что мы все делаем для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась. Пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию. Но исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны принимать полноценное участие в управлении страной. Вот в этом ключе мы и будем продолжать работать. У нас контакты есть со всеми политическими силами в этой стране. Недавно была представительная делегация Афганистана в Петербурге на Петербургском международном экономическом форуме. Но вам
отсюда, конечно, виднее, что происходит в стране и что нужно сделать для того, чтобы ситуация в этом регионе, в зоне нашей совместной ответственности, была стабильной и не угрожала бы никому, никаким соседним странам, шла на пользу, в том числе и национальному народу Афганистана. У нас очень много вопросов, и я рад возможности сегодня. Большое спасибо. Спасибо.